Роман Хардиков. Роман Хардиков. Все говорят спасибо, не знаю, наверное, мне кажется, что за акт говорить спасибо не принято, да, за акт творчества. А мне что нравится, да, я всегда текст, когда читаю, ну, я всегда оцениваю перво-наперво, как написан текст. Вот это для меня, потому что сейчас в кино это, ну, просто застрелиться, читать порой невозможно. Мне хочется из этого кино, потому что я запомнил, как бы я же сейчас тоже не с ручкой пришел, что здесь есть вещи, которые хочется с собой унести в мозгу, про вот это вот мальчик родился, жил. Я тебе звали, писал, Ром. То есть. Почитай, Ром. Еще раз пришлю. Нет, ну ладно. А еще я сегодня читал про 10 худших фильмов, и что с 94-го снято 1100 фильмов. Ну это просто я почему-то не вспомнил. Ну, в общем, не знаю, о чем говорить. Я про себя плохо говорить. Но я себе понравился. А ты нам? Да, другой он совсем. Нашел так великолепно. Катя. Да, Саш, спасибо большое за этот фильм. На самом деле, ну, может быть, потому что я немножко знакома с вами более ранее, потому что не киношный, а музыка. Он узнаваем. Это действительно твой почерк, за это отдельный человек. Есть несколько смыслов. Наверное, надо еще действительно об этом все подумать. У меня к тебе такой вопрос. Ты когда это начинал и когда ты получил результат, ты это то, что ты хотел получить? Ты доволен собой в этой работе? Я считаю, что картина состоялась. Ну, тут есть как бы огрехи, про которые уже, как сказать, не по моей вине. И что называется, ну вот ребенок такой. И уже как бы забудем про все бои, которые были за него. Ну, как бы, это уже отдельное существо, которое отдельную жизнь зажило. Ну, могу так сказать, что музыка там должна быть, была другая. Нет. Она очень хорошая. Ну, в общем, так сказать, я был бы до конца доволен, если бы была предложенная мной, а не продюсером. Хотя огромный плюс, ты говоришь про музыку там нашу, все-таки несмотря на разные инсинуации, опустим это, две песни моих, они вошли и постоянно звучат там, лирические темы. И маленький совет, когда ты будешь в следующий раз говорить перед этим, ну, перед показом фильма, не говори про 86 минут. Этот фильм смотрится на одном дыхании и про время забываешь. Не спасибо тебе за это. Вот, кстати, я тоже не надо вот эти вот 86 минут. Очень хорошо. Спасибо. Это время, которого не ожидали. Еще один вопрос. Вот после, когда ты впервые увидел целый.